В Ярославле прошел рейд ГИБДД. Сегодня в районе вокзала Ярославль-Главный проверяли маршрутные такси. Их еженедельно обследуют по двум направлениям. Сначала пакет документов и транспортного средства, и водителя. На руках у последнего должны быть удостоверение, свидетельство о регистрации средства, полис ОСАГО и маршрутный лист. Затем экзамен на техническое состояние сдает маршрутка. В случае обнаружения проблем водителю грозит штраф. За одну проверку удается выявить в основном небольшие технедочеты, лысая резина или отсутствие огнетушителя. Серьезные нарушения вроде пьяного водителя или отсутствия прав встречаются несколько раз в год. Ну, на той неделе были. А нарушения были? Не было. Мы понимаем, да. С одной стороны, положительно, когда есть время. Когда времени, конечно, не хватает, то что бывают же пробки в городе, не успеваем укладываться во времени. Ну, как бы отвлекают это. А так, в основном, положительно, проверки должны быть, чтобы техническое состояние машин было исправным.